Слышите? Я сейчас достал камеру. Слышите? Слышите, что за происходит? Это тот самый полицейский. Это тот самый полицейский. Я сразу достал. Ребят, я сразу достал камеру. Помните ролик, где он мне угрожал, приходил с автоматом? Вот это он. Кто там? Что такое? Я вообще не хочу. Ма, это вы? Не, я не буду. Вы что делаете? Уберите. Вы зачем? Вы что делаете? Вы зачем? Вы что, с ума сошли? Алло? Друг, если ты хочешь так же, как и я, находить грифелей в реальной жизни с помощью команды СИН, снимать их на видео, выкладывать ролики на YouTube, тогда становись владельцем сервера на сервере Сержу Краб. У тебя будет практически опухоль, доступны почти все права сервера. Ты сможешь банить, кикать, сетать, пользоваться топориком, влезать в любые регионы, менять себе префикс, как это сделал, например, я, сажать гриферов в тюрьму, превращаться в абсолютно любого моба. А самое главное, ты сможешь находить гриферов по IP с помощью команды СИН, как это делаю я. Всю предыдущую неделю привилегия стоила 6000 рублей, на нее не было скидки, и игроки меня просто чуть не убили за это. Скоро будет много новых обновлений на сервере SergioCraft, поэтому именно сегодня я оставляю скидку в 97% на привилегию владельца сервера. Поэтому не упускай возможность, снимай ролики антигрифишов, выкладывай их на свой канал YouTube. Все ссылочки будут в описании ролика. Дверь надо закрывать. Вы чё делаете? Будьте добры, уберите, пожалуйста. Руки убрал. Вы чё делаете? Сядь. Вы чё делаете? Вы меня зачем толкнули? Я вас снимаю на видео. Вы чё делаете? У меня установление об аресте. Может, пристаньте с моего стула? Вообще-то не... Вы чё делаете? На уголовном штрафе. На вас, товарищ. Сядьте. Да я решу, что мне делать. Что это такое? В общем, по данному факту и проведенной проверке вынесено постановление о вашем аресте, наложении штрафа. Ну покажите мне. Ваши незаконные действия. Давай, где? Какой арест? Давайте, покажите мне. Будьте добры, покажите мне эти бумаги. Давайте, покажите. Давай мы немножечко по-другому сейчас поговорим. Нет, ну покажи, вы говорите об аресте. Значит, вы меня сейчас забрать хотите или что? Вы ко мне вломились с какой целью? Есть такая возможность. Какая возможность? Такая. Но есть у тебя и другие возможности. Есть у тебя другие возможности. Нет, арест покажите. Что там постановление об аресте? Именно мое имя, фамилию, причины. Вы вломились? Незаконная деятельность. Какая незаконная деятельность? В сети интернет, размещение роликов с представителями власти. Не, а это законная деятельность? Вы мне положили оружие мне на стол. Вы сидите на моем стуле. Это законно? Сядь. Да я-то сижу. Вы меня толкнули вообще-то, когда вошли. Вот это ненормально. Хорошо. Бутылки пинули. Давай мы по-другому с тобой. Вот смотри. Я вас снимаю, в курсе? Ну как бы да. Ну вас смотрят люди. Опять. Хорошо. Ну вот. Люди. Да. Люди. Ну. Вот люди. Если люди понимают, ну, что ты продолжаешь снимать, вы, гражданин, продолжаете снимать меня, то люди должны понимать, что ваша деятельность, она незаконна. Почему она незаконна? Даже вот эта съемка, она незаконна. Вы думаете, люди, вот этот вот вас видно, человек видно. Очень хороший, да? Он снимает ролики, развлекает вас вот этим самым, да? Вы понимаете, здесь что... дело уже не о развлечении. Вы понимаете, что он деньги зарабатывает? На вас, на мне. А если такие, как я, не будут показывать, таких, как вы, что в стране будет? В стране? Ну, тут, ты да. Ты за бесплатно это делаешь? Естественно, это естественно какой-то есть заработок. Какой-то? Какой-то. А я тебе сейчас покажу. Чего вы мне покажете? Естественно, я не бесплатно на Ютубе все это снимаю. Вот это было бы глупо говорить. Ну, 2 чё? Миллиона просмотров. Чего вы мне показываете? 2 миллиона просмотров. Ну это ролик с вами, да? Да, 2 ну, миллиона да, просмотров. Да, вот, смотрите, вот этот ролик. Расскажи ко мне, дорогой. Сколько ты заработал на этом ролике? А я не обязан говорить, сколько я заработал. Сколько заработал, столько заработал. Хорошо. Ты сейчас меня снимаешь. Я снимаю. Я это понимаю. Ну. Вы видите, вы стали сразу тихо вести себя, потому что вас снимают. Хорошо, давай ты это самое. Ты же не хочешь, чтобы я на тебя наезжал? Вообще не хочу. Не вообще. Хочешь, вообще. Я бы вас даже не хорошо. Снимал, если бы мне давай, наезжали. Давай пойдем другим путем. Каким давай, путем? Давай, вот смотри. Вот, либо бумажки, которые бесконечный ход могут иметь, пока ты не сядешь или не бросишь свою деятельность, да, пока мы не уничтожим вот эту безопасность. А можно не трогать? Он вообще денег стоит.
Сядь, я сказал. Да я уже сижу, вы нахера руки-то распускаете? Сядь, мы с тобой разговариваем, пока я еще не распускаю руки, и тебе не советую. Вы уже меня толкнули. Ты же сидеть не хочешь? Я уже сижу. Вот так сидеть, смотреть на мир, да? Угу. Ну вот, я к чему веду. Давай, ладно. Вот, у тебя тут гриферы и прочее. Ну? 2,5 миллиона. Ну да. Я там на ролике предупреждал, что я выложу этот ролик. Я предупредил вас. Хорошо. Вы дали согласие на то, что вы согласны. Хорошо. Я же спрашивал. Давай так. Угу. Дело и штраф. Или мы с тобой будем по-другому. Ты с меня снимаешь. Ты зарабатываешь на этом деньги. Я понимаю, что деньги ты зарабатываешь неплохие. Ну, это вы так думаете. Делиться будешь? Чем? Деньгами. Ты же на мне заработал деньги. Я заработал. И у меня цели не было заработать на вас. Я так же, как ты зарабатываешь на тех зрителях, которые вот это возможно сейчас... Слушайте, любой YouTube-деятель зарабатывает на своем канале. Иначе бы бесплатно здесь никто бы ничего не делал. Это и логично, да? Поэтому и сумма будет небольшая. И чем же, ну, что вы предлагаете конкретно? Я что предлагаю? Конкретно вы что предлагаете? Я предлагаю поделиться тебе со мной. Чем? Ну, некоторые суммы денег очень небольшой. Какой? Ну-ка, что для вас является небольшой суммой денег? Для нас с тобой, не для меня, для тебя. Для меня? Ну, скажем, 500 тысяч это небольшие деньги. 500 тысяч чего? Рублей? Рублей. Мы же с тобой в России живем. Полмиллиона рублей. Мы не будем поддерживать. Не, вы знаете, что я сейчас снимаю? Вот вы пытаетесь зрителям объяснить, что вы добрый. Господа зрители, вы же платите ему денежки. А он денежки зарабатывает на мне. Поэтому... Мне зритель не платит деньги вообще. Давай мне не лечи. Не-не-не. Вот мне никто. Мне зрители не платят деньги за просмотр. Короче, Склифосовский. Давай так. Я... Вы что делаете? А можно не лезть туда? Это вообще-то мои вещи. Это не твои вещи. Это даже не мои вещи, это их вещи. Вот смотри сюда. Ой, я ни хера не понимаю. 6. Вы меня толкнули, мой монитор, который 4. Стоит денег, между 6. Прочим. Уберите, пожалуйста, свое оружие с моего стола. Помолчи. Будьте добры, уберите оружие с моего стола. Что вы мне там написали? Вот это номер карты. Вот это номер карты. Какой номер карты? Российских рублей. Это все? Это небольшое вознаграждение. И тогда мы с тобой оба будем... Вы требуете, вы хотите, чтобы он заплатил 500 000 рублей? За что? За то, что я снимаю, как вы идете... С вами бесполезно, короче, разговаривать, я понял. Я понял, да. Я понял. Палить не буду. Вот это зачем? У меня тут бардак прям. А вы зачем это сделали? Уберите за собой. Думай. Уберите за собой. Думай. Материться не буду. Ну это вообще же, у меня здесь бутылки стояли, они... Я в шоке маленько. Вообще-то у меня... Я очень рад, что я снял все это на камеру. Сейчас я покажу. Оставил номер карты и написал сумму 500 000 рублей. Ну мне это ничего вообще. Это мне вообще ничего не дает. Это мне ничего не надо. Очень-очень мне не понравилось, как себя ведет сотрудник полиции. Очень. Посмотрите, как только я стал напоминать ему про камеру, он сразу успокоился. Ну, такой стал, типа, знаете, такой. Начал вам что-то объяснять. Пытался с вами пойти на контакт. Это, видите, сразу камера. Ну, представьте, если бы не было камеры. А что бы он сделал? Он мог просто прикладом, например, разбить мой монитор. Разбить мой компьютер. Что ему мешает? А потом бы, а что бы я доказал? А у меня камера. Он не может полностью делать то, что он захочет, потому что у меня камера. Снимайте, ребята, если какие-то у вас ситуации в жизни. Даже вот взять гриферов, да? Гриферы здесь. Которые там гриферят. Все же оно идет от малого. Снимайте их на видео.
Снимайте полицейских, которые вам приходят. Мамок снимайте, всех снимайте. И тогда камера — это большая, великая сила. И тогда к вам можно уже хер прикопаться. Ну, серьезно, ребят. Меня уже чем только не пугали, ничего только не делали. Мне уже, честно говоря, по барабану. Ну, я и полмиллиона никакие не буду ему отдавать. Нет, о чем речь. Как так получилось, что я опять открыл дверь? Я не хотел, я пытался закрыть, но он меня оттолкнул. И главное, нельзя... А если я сейчас его трону, а мне потом пришьют какую-нибудь уголовную статью за то, что я трогал сотрудника полиции. Мне его трогать даже нельзя. Я главное хочу сказать то, что не бойтесь снимать, снимайте. Оно же все... Боритесь. Я вот создал привилегию владелец сервера как раз для того, чтобы вы могли снимать анти-грифер-шоу. Вот. Становитесь владельцем сервера, снимайте гриферов. Вы можете вычислять их по IP, если вдруг там мамка вам угрожает какая-нибудь. Вы можете менять себе префикс, чтобы вас было незаметно. Вы можете влезать к ним в регион, вы можете посадить гриферов в тюрьму. И у нас... Я, кстати, добавил обновление. Посмотрите, у нас на карте стало много всякой крутой фигни. Вот это все я сам строил. Все я сам строил, тут вообще подходите. Здесь вот, например, админка. Можно кликнуть вот на человечка, да. У него тут можно получить админку разными способами. Вы заходите, я добавлял это все обновление, старался. Заходите, IP в описании ролика. Тут и поиграть можно, и повеселиться, все сделать. В общем, здесь очень все весело. Видите, я исправил тюрьма с мягким знаком теперь. Он влез вот так, все. А мы не будем переживать, вы меня поддержите, да, ставьте лайки, поддержите меня, и вообще спасибо вам. Дорогие друзья, всем пока. Всем пока. Вот такая ситуация сегодня произошла. Всем пока.